Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Резков Алексей. В этом видео мое обращение и мое признание. Все, кто его посмотрит, прошу сделать репост. В 2017 году я помог уйти от ответственности за убийство Пузиковой Екатерине Григорьевне в Девичье Сокирское. Тогда, в 2017 году, я, Резков Алексей Александрович, ее отец Сокирский Григорий Степанович, ее мама Елена Николаевна собрали 15 миллионов рублей и передали одному из работников областного суда. Екатерину Григорьевну оправдали, хотя все понимали, судьи,